Ну-ка, покажи. Тут я живу? Давай, вызывай. Я выгляжу. Я говорю, дьявола, вызывай. А какие деньги вам делать? Да. А вы знаете, почему тут так грязно и столько бумажек? Ну что, мы сейчас загрузим чемоданы и поедем в Бильбао. Бильбао – это старинный город площадью 40 квадратных километров. Всего лишь. Столица страны басков. Ну что, нам ехать еще часа 4. Басков не потому, что там живет Николай Басков, а потому, что там живут баски. Это такой народ. Страна басков – автономный регион на севере Испании. У них очень смешной язык и интересная история. Находится страна басков на берегу Атлантического океана. Поэтому погода тут пасмурная, часто идут дожди. Причем капли у дождей очень мелкие. Германия, Польша, Белоруссия, Нидерланды и Испания. Полный набор стран. Тебе не надоело ехать? Ну, еще нет. Во время долгих поездок надо делать перерывы. Вот сейчас мы сделали перерыв, попили кофе, я съел мороженое. Едем дальше. Следующая остановка у нас в Сарагосе. Пап, заводи мотор. По пути мы заехали в другой город, Сарагосу. Гуляем по старому городу. Там я видел много смешных названий ресторанов, но больше всего мне понравился Помодор. Я рисую похожие лица. О! Кондитерское мороженое конфет. Пойдем туда? Сарагоса в центре Испании, провинция Арагон, городу более 2000 лет. На многих столбах и ящиках наклеены всякие наклейки. Это разного рода активисты оставляют сообщения людям. Городские службы с этим борются, а я им иногда помогаю. Как же тут все-таки красиво и жарко. Ну что, приехали? Не, Сашка, не приехали, я что-то подустал. Хочу немножко отдохнуть. А, ну хорошо, пойдем. Пойдем посмотрим, может, что-нибудь купим попить. А, ну давай. Ты отдохни давай, а я там полазю. Так, пойдем в магазин. Пойдем. Смотри, невидимые... Багеты. Невидимые багеты. Невидимый багет. Ну что, прикольно, можно купить. Багет невидимый, надо покупать невидимой карточкой, невидимыми деньгами у невидимого кассира. Да, покупай. Мы купили немножко еды. Итак, видишь, акробаты. Мы приехали в Бильбао. Ехали 6 часов. Здесь на 12 градусов меньше, чем в Сарагосе. Там было 33, а тут 21. Неудивительно, ведь мы на севере Испании. Что, мы приехали в наш отель, разгружаемся. Наш отель называется «Барсело». Как будто создателям не хватило денег еще на две буквы «на» в слове «Барселона». В этот вот музей мы пойдем послезавтра. Он очень большой, и мы запланировали на него целый день. Как он называется? Музей Гугенхайма. Гугенхайма. Гугенхайм. Гугенхайм. Мне нравится. Интересно, кто придумал это имя? В России Эрмитаж, в Париже Лувр, да. В Нью-Йорке Метрополитен Мьюзим. Гугенхайм. Папа, ты ведро взял? Нет. А я хотел корову подоить. Металлическое молоко она дает. На входе в отель нас встретила корова-терминатор. Интересно, что она тут символизирует? Нам дали семейный номер, но он такой необычный, что у меня отдельная комната. Ну, ты покажи. Тут я живу. Ого, это твоя кровать? Да. А, это две. Супер. А мама с папой будут жить там, за стеной. Ну, отлично. У меня есть зеркало, холодильничек. Угу. Там у меня зеркало. Тебя отражает? Посмотри, самое главное. Тут небольшой туалет. Ну, тебе хватит. Ну, вы спросите, где же душ? Понятно. Интересненько.
телевизор, но я им в поездках пользоваться не буду. Пульт от телевизора. Пакетики. Какое тут интересное дерево, да? Да. Как будто оно солдат. Баобаб в Бильбао. Лучше не баобаб. Падают листы. Мне ничто не нужно, кроме ты. Что такое? Кто это? Как оказалось, это человек, который гнет железо. Ведь Бильбао в прошлом был город металлургов. Это люди, которые делают вещи из железа. Еще человек, ты хочешь сказать, может так согнуть железо огромное? Ну, этот может. Посмотри, какой он сильный. Как они идеально налили. Прикинь, ветер подует, а? Да. Давай, вызывай. Я вызову уже. Я говорю, дьявола вызывай. Это же тот самый музей. Гугенхайм. Я когда нажимал много раз кнопку лифта, я точно вызвал дьявола. Видите, но это не может быть просто мозг. Это же рот какого-то существа, у которого лазер из глаз. Я сейчас сошью. Я только что убежал от демона. Зачем я его вообще вызвал? Он из реальных цветов. Это не пластиковые цветы, они пахнут. Отсюда картины не видны. Мне кажется, они специально так сделали, чтобы люди бесплатно не приходили смотреть. Что это там такое белое? Что это? Это пар? Нет, это не пар. Пар бы двигался. Что это? Все-таки это был пар. Но представление уже закончилось. Оно проходит каждый час и всегда разное. Ведь ветер всегда дует по-разному. А это скульптура, сделана в честь мамы, паучихи. А паутина символизирует заботу. Не знаю, почему так. Но история у памятника очень интересна. Сашка, а это точно паук? Сосчитай, сколько ног. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А у жука сколько? А у жука шесть. Потому что паук это... Не насекомое, а какое? Восьминогое. Восьминогое? Да. Из отряда восьминогов? Да. Ну вообще, к какому классу он относится? Забыл, как он называется. Паукобраз? Точно. Мне кажется, памятник бильбашные бурлачки. Знаешь, кто такие бурлаки? Бурлаки – это такие работники, которые на Волге канатом тянули всякие корабли. А ты знаешь, что этот памятник построен в 2020-м? Свежак. Чего такое? Ты устал? Да. Мне кажется, сейчас видео закончится. Я очень устал. Спасибо, что не трогали корову. Грация спорнота карловака. Ну, мы ее не трогали, мы ее доили и глазили. А вот и мой дом, милый дом. Какая? Я в стране басков. Золотая чаша, золотая, наполняет ароматом чая. Золотая чаша, золотая. Собака, тебе нельзя заходить. В стране басков очень популярна соленая треска. Особенно много ее ели моряки в старину. Ведь холодильников не было. И в дальние плавания они брали соленую треску. Она не портится. Мы пошли на рыбный рынок. Я хотел посмотреть, каких рыб тут продают. Это тунец, а это мерлуза, или по-русски хек. Смешное название. На этом рыбном рынке я даже видел мальчика с крабом в руках. Наверное, его родители купили краба, чтобы его скушать. Какой-то достаточно здоровый, да? Сколько тут денег? Какие деньги тут делают? Да.
Гугенхайм Энзун Горбинкунза Пим-пам-пум. А вы знаете, почему тут так грязно и столько бумажек? Это потому что уборщики говорят, что нам слишком мало платят и специально мусорят. И сами это же убирают. Чтобы правительство знало, что если они все уволятся из-за маленькой зарплаты, вот это будет тут твориться. Это что? Печеньки. Это печеньки. Печеньки это. Сейчас пойдем перекусим. Вообще раз. Давай, давай. А, с таким выражением лица кислым, это ты так специально снимаешься? Потому что тебя снимает скрытая камера? Сашка, достань воды, пожалуйста. Детишечки, очень важно мыть ручки, чтобы микробики не сожрали ваши губки. Это либо Майнкрафт, либо террария. Больше на Майнкрафт.